Цель предложенной Азербайджаном платформы 3+3 – сделать мир в регионе устойчивым. Как передает канал 15, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с грузинским коллегой Давидом Залкаляни в Анкаре. По его словам, платформа позволит принять надежные шаги в связи с проектами в логистической, экономической и энергетической сферах. Министр также подчеркнул, что Турция уважает позицию Грузии по этому вопросу. Также Чавушоглу сообщил, что встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, ранее отложенная из-за смены грузинского правительства, состоится в кратчайшие сроки в Азербайджане. Далее он отметил, что Анкара придает большое значение формату трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Грузия-Турция. Глава МИД Турции также сообщил, что в ходе встречи с Залкаляни были обсуждены меры, необходимые для обеспечения стабильности и устойчивого мира в регионе после военных действий в Карабахе, проекты регионального сотрудничества, значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и Танап. Ortak stratejik projelerimizi değerlendirdik. Ayrıca Karabağ ateşkesinden sonra bölgenin istikrarı için atılabilecek adımları da birlikte ele aldık, görüş alışverişinde bulunduk. Ve önümüzdeki süreçte malum 3+3 formatında bir teklif geldi Azerbaycan'dan, biz bunu destekliyoruz. Gürcistan'ın bazı rezervleri var, bunları da çok iyi anlıyoruz. Ama her hal ve karda bizim Gürcistan'ın da içinde olduğu bölgesel mekanizmalara ve bölgesel işbirliğine Türkiye olarak desteğimiz artarak devam edecek. Özellikle Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan üçlü mekanizmamıza önem veriyoruz. Gürcistan'daki hükümet değişikliği sebebiyle Azerbaycan'da planladığımız üçlü toplantıyı da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Bunun yanında başta Bakü, Tiflis'i, Kars, aynı şekilde Bakü, Tiflis, Erzurum, Tanap gibi önemli lojistik projeleri ve enerji projelerinin güçlendirilmesini de ele aldık.